Всем привет! Сегодня приехали на пасеку, и утром как раз у меня выходит рой. Вот видно, прививается. Прозевали немножко. Вот видно. Так, главное, матку ту одну поймали. А там получилось, значит, несколько раз. И вот они. А матку поймали и вот посадили ее. Вот здесь вот видно ее, да? Вот она ходит. Там их не сильно высоко, вот они седают, бачишь? Ну, видно, прививается сюда, но... Ну, сейчас подцепим рамочку. И вот такое сделали мы приспособление. Туда приделали рамочку. И вот мы одну рамку сняли уже. Вот рамочка там. Матку туда поместили, ту, что поймали при выходе роя. И вот мы одну рамочку сюда, слышно, как гудут пчелы здесь, накрыли мокрой тряпкой. Ну, жарко, высыхает, мы еще раз ее пробрызгаем, чтобы немножко они успокоились здесь. И о, видно, уже на рамку опять они нашли. Так что ловлю свои пчелы. Вот так. Фу. Мошкара. Там хоть щиток закрыт? Да. Так, ждем результат. Так, вот сняли рамку. Как видим, с пчелами. И сейчас трусим ее туда. Улей. Вот так видно сейчас. Там у нас тряпкой накрыто. Так. Так, и сейчас трусим. Держи. Вот так. Чуть дальше вон оттуда выднишь. И накрываем. Вот так. Так, и вот сняли мы третью рамку уже. Как видно. И сейчас эту рамочку отсыпаем и ставим сюда. Это уже будет третья. Так, выпускаем матку сюда. Ну что, не с той стороны, вот с другой, вот с этой. Все. Дырочку сделал. Чуешь? Что? Дырочку наоборот оставь, чтобы пчелы туда зашли. Натяни вот, пеленку натяни. Все. Натяни, мне сейчас зайду. Вот.
так. Потерял, конечно, полтора часа времени или час, но собрали весь рой. Как видим, никого нету, там уже 10 пчелок летает. И вот приспособление наше, да. Все, сейчас они зайдут сюда, успокоятся немножко. И все, так. Вот так получилось. Не упустили свой рой. Да, свои, как говорится, ошибки есть некоторые, там недоделочки, возможно. И так вовремя приехали, забрали свой рой. Ну все. Теперь будем приступать к осмотру остальных. Пока эти зайдут, поставим на место и откроем потом люток, и они уже освоятся там. Туда я поставил, получается, две вощины и две рамки суши. Так что будем смотреть, наблюдать, что получается дальше. Все, всем всего доброго, всем пока. Берите себя, своих пчел. Все будет хорошо. Так, а вот это та семья. Спокойно сидят теперь. Это семья, с которой вышел рой.